Всем здорова, друзья, с вами Назар. Продолжаем играть за Чероки в Европа 4. Итак, промотал я очень много времени. Заколонил, точнее, несколько вот здесь провинций. Ну, таких хороших по пятерке, по десятке. Так, что оно тут у меня? Вот, строил здание. Ну, в общем, есть прибыль. Прибыль, ну, конечно, не особо большая, но у нас армия просто большая получается. Я вот еще два полка донанимаю. Не было тут возможности воевать. Большие создаются федерации. Вот сейчас попалась возможность, ну, такая небольшая, скажем, федерация. И союзников там немного. Че, кто сами разорвали союз. Поставил их во враги. Вступил в федерацию к иракезам. Вот. Недавно у нас появился вот такой вот вождь, молодой, амбициозный. Даже я могу вот нанять себе троих советников. Ну, мог с предыдущим, потому что у предыдущего было минус 20% вроде бы на содержание. Тут они вообще были там где-то по 0,4, где-то так. Или по 0,3, что-то в этом роде. В общем, очень дешевые. Сейчас немножко подорожали. Видимо, вот этого торгового надо будет прогнать. Потому что по технологиям, хотя по дипломатическим тоже уже отстал. Вот недавно взял только военную. Ну, смотрите, какая фигня. Вот эти все мелкие, они мигрируют постоянно. Прыгают за то, что они мигрируют. Они получают очки правителя, соответственно, они могут достаточно быстро вкачивать теки. Вот я сейчас только догнал. Вот тут шестая, у меня пятая. Я когда предыдущую серию заканчивал, у меня было первая, а у этих уже было четвертая. Я хотел против них воевать, но ничего, понятное дело, из этого бы не получилось. Вот, поэтому пришлось вот так вот догонять. Ну и плюс мне нужно было и тут еще закрывать. Плюс прирост был не особо. Ну, сейчас немножко попроще все. Давайте, наверное... Ну, хотя ладно, пусть пока будет. У нас деньги есть. Очки тоже нужны. Ну, будем пробовать без КБ. И вот этих еще засоюзил. Ну, их куда-то призовем в другой раз. Пробуем без КБ. Усталость там, агрессивка, конечно, пойдет. Ну, ничего страшного, там я думаю, что много пойдет. Все равно тут смогу взять здесь одну пробку. Ну, тут не знаю с этими, что получится. Тут тоже большая армия, как видите. Этого я вряд ли поймаю сразу. Ну, короче, будем пробовать. Итак, 2 на 4. Ну, это уже не 2 на 6, как было чуть-чуть раньше. Тут с ними еще микмаки и кто-то еще там был тоже. Вот здесь, короче, было их больше союзников. Вот пока что Чокто, Шауни, Бинаки и Паухатаны. Вот, вот сюда было, кстати, даже претензия по ивенту выпала. Тут нету. Ну блин, что я сделаю, ничего не сделаю. Так, 25 августа, 25, ну, скорее всего, что я его не поймаю. Можно вот так делать сразу. Так, для иракезов мы поставим цель на абинаков. Идите туда и убивайте их там тоже. А, кстати, 4-я? Еще думал, там тоже 6-я. Присоединяться ко мне пока не надо. Они поймали, смотрите. А тут, блин, я иногда ловишь их, иногда не ловишь. Так, это нужно беспорядки. Ну, у меня дешевая стаба. Вообще, что можно поднимать до плюс один запросто. Так, разбить мы его, конечно же, не разбили. Скорость передвижения. О, как раз то, что нужно. И отступают они, скорее всего, к абинакам. Войска пусть пока донаймутся. Эх, да, если бы еще вот этих было бы призвать.
Было бы отлично, но, к сожалению, судьба. Ну, можно было выждать, там еще где-то 3 года оставалось. Ну, что-то так решил. Так, а куда они отступили вообще? Я даже... А, в эту сторону. Сны. Куда ты идешь? На Мичиган. Хорошо. Место встречи Мичиган. Так, этих парней сюда тоже подтянем. Ну, давай, получай. 15 и 16, отлично. Они будут атаковать. Мне главное, конечно, защитить иракезов. Так, и куда ты отступаешь? Скорее всего, к Шауне. Че, минус такой пошел большой? За оккупацию. Надо, блин, возвращаться, скорее всего. Но я надеюсь, иракезы осадят эту провинцию. Но я, блин, что-то не уверен, что они это сделают. А может, он сюда отступает, вполне возможно. Или все-таки... Давайте поставлю на соединение. Надо, конечно, пойти их там повоевать. Поубивать их. Тихо. 22-е, 20-е. Отлично, тут мы их поймаем. Еще бы иракез у тебя генерал где-то был тут. Да ладно. Итак, в принципе, норм. Так, сюда. Давайте вот так, чтобы его точно поймать. Может, мы его уничтожим. Было бы забавно. Не знаю. О, уничтожили. Отлично. Ну, мир он не захочет, понятное дело. Так сразу. Так, чё, кто ты идешь на Шендуах? 7 февраля, 15. Ну, я бы мог проатаковать, но, блин, в горах, плюс тут еще подтянутся. Короче, надо собирать войска здесь. Ну, пусть он идет, может, он куда-то сюда. Я думал, он пойдет внутрь наших территорий. Давайте соберем кулак. Плюс тут еще пополнится. Хорошо, что у нас там генерал хороший на 4 шока. Хотя вот, у них тоже по 4 есть. 2 генерала. Ну, хотя бы потерь не будем нести больших. Так, этот уходит, пока дойдет, пока вернется. Мы же проатакуем здесь. Эти парни будут на подхвате. На подтанцовке, скажем так. Этих парней сразу сюда отправлю. Да, надо все-таки разбивать сначала врагов. А если я вот так сделаю? Ну, ах, твою мать! Ну как? Как они, блин, так быстро заходят? Ай, блин, еще и... Зачем я вот это делал? Тут надо отступить. Ну ладно, сейчас придут. Сейчас придут... А может и не на... Хотя, блин, ну если бы не вот этот, то вы могли его победить. Может... не может. Вот еще эти зайдут. Но мы потерь ему нанесли много. Так что мы отступим пока. Перегруппируем войска. Так, и... 21 тысяча. Давайте. Раз-два. Так, соединим. Минус 2000. Я просто боюсь, чтобы у меня рекрутов. Ну, если что, наймем наемников. Да и ничего страшного там нету. Так, иди за мной. Не бегай. Ух ты, ёшкин кот. Там уже кавалерия пошла. Бляха, тут леса, конечно.
вообще не в тему. Тут леса. Слушай, Бинак, может мир? Не, ну конечно, провинция у него осаждена. Но я бы мог пойти свои поотбивать. Раз такая. Не-не-не-не-не-не, вот сюда. Так. Да ёп, да, ну не иди сюда. А чё ты? Я не понял. Вот так. Главное, чтобы он мне столицу не брал, остальное. Ну и ракетскую столицу, иначе ракет отвалится. А в одиночку... Ну, в одиночку это, конечно... Блин, мне бы пополнить войска полностью, довести их до кондиции и вот здесь их поймать. Врага имею в виду. Так, они разделились. А мы давайте тоже немножечко разделимся. Я надеюсь, здесь нету поблизости вражеских войск. Надо вот это отбить и бежать сюда, спасать иракеза. У него в лесах. О, он, кстати, получил пробой в стене. Кстати, дипломаты. Давайте сюда, наверное, отправим на создание шпионской сети. Так, чуть-чуть быстрее будет идти осада. И здесь, бляха, ведь возьмут столицу и все. Этот отваливается сразу. Что-то они, блин, идут все вместе. Собираются. Не-не, ты иди сюда, сюда. Вот так, пошли. Так, я сдержись, тебя прошу. Ну не факт, конечно, плёха тут растет, конечно, что я смогу их разбить. Совершенно не факт. Но они вроде как уходят. Так, давайте, чтобы этот получил замочек. Теперь атакуем. Е, есть, есть. Спасли союзника. Есть. Отлично. Минус один. Все, свободен. Ну, рекрута у нас, конечно, уже все. Так, смотрим по врагам. Но у них рекрутов еще много. Угу. По войскам. Ну, у нас больше. Да, надо соединяться. Хочешь, не хочешь, но надо. Рекрутов я тут, ну, нигде не получу. Это раз. Второй надо вот это отменить. Хотя вот сюда надо было бы пройти и проатаковать их. Как-нибудь вместе. Ну, пока подтягиваемся сюда. Ну, куда ж ты таким маленьким войском пошел, а?
все-таки, наверное, лучше держать их при себе. А то вот они вот, видите, начинают что-то туда-сюда бегать. Фигней страдать. Или взять все-таки проволочку. Мы вроде бы идем быстрее по осаде. Ага, уже, блин, пошли быстрее. Ну, короче, нужны войска. Давайте к вот этой. Цепляйтесь. Блин, нужен все-таки генерал. Как ни крути. Так, иракезы. Угу. Ну, хорошо. Хорошо. Так, бой я принимаю. С радостью. Победили? Победили. Главное, что мы победили. Так, убегай. Ну? Ну ты не хочешь. 25 тысяч. Но они, конечно, снимутся. А ты чё, блин, там стал-то? Не, мы знаете, как сделаем. Вот отсюда атакуем. То есть будет атаковать он. Вот, и тут идет подкрепа. Давай, давай. Есть. Есть, есть, есть. Куда ты идешь? Сюда. Тебя и поймаем. Да блин, да у них... Да до хрена у них армии. Нельзя. Надо соединяться. У меня боевого духа нету. Тут, конечно, холмы, все дела. Блин, сейчас меня еще уничтожит. 11 марта. Не вовремя ты, конечно, иракез сюда пришел, но зато мы взяли столицу, которую взять мы не можем. Может, ты хочешь мир белый? Нет. Блин, ну хрен его знает. Чё, кто рекрутов нету? Ну, паухутаны взяты, и надолго их не должно хватить. Но мне бы ШУ не выбить, и я бы мог тут запросто. Короче, надо брать займы. Блин, из-за одной проволочки. Одной. Видите, что творится? Так, это все поубирать. Нафиг. Из одной гребаной пробки. Ну и что, их две штуки могу нанять. Даже не две. Капец. Это даже три. В общем, надо собирать армию. Еще раз атаковать. Ах.
Минус 25 монет. А не. Или да. Нет, спасли. Давай, тут будет он. Во, чё так быстро-то? Не захотели. Ну, пока столица не пала, война не проиграна. Так, цепляйся за меня. Тысяч. Ну блин, ну давай, цепляйся. Быстрее. Так, смогу кого-нибудь поймать? Нет, не смогу. Монокан. Тут холмы, я не успею быстрее, чем он. 9-е, 17-е. Ну, эти, конечно, расходятся далеко. Еще и река. А можно было бы поотбиваться. Ну, вот эти территории. Либо самому идти вот сюда, здесь пробовать контратаковать. Или же сюда. Тут тоже река, тоже река. У него один маневр, а у меня один маневр. А куда ты идешь на часопик? На часопик мы тебя и поймаем. Ах ты тварь, что ж ты, блин, так разбиваешь стены-то? Господи, из-за одной провинции. Че отступает так хорошо? Ладно, пошли сюда. Стаба нам не нужна, давайте деньги. Так, тебя тут хрен догонишь. О, господи. Так, я попробую пойти на Шиуни, осадить их пробки. Тихо. Ёпарас, это... Они, блин, Чероки выбили. Да чё ж вы такие потные, а? 12 тысяч. Без боевого духа, без ничего. Повоевал, называется. Чё ж ты такой сыкло, блин, иракес? Нормально же воевали. Жесть. Черт, он меня сейчас тут проатакует. О!
Еще минус один. Так, с тобой. Минус 27. Ну, если осадить провы, то вполне вероятно его выбить. Капец, как он берет быстро. Да и что, и он сейчас станет, и я все. Я не смогу его проатаковать здесь. Блин, ну одна провинция, племя, и оно такое сильное. Ну как? Как вообще это объясняется? Разбить не можем никак. А у него уже седьмая Карл, а тут пятая. А ты тварь, ты, блин, самая настоящая тварь, Иракес. Надо идти свои отбивать. Вот эти по 2000 можно. Так, хочешь мир? Нет. 22. Ладно, тут свои отбивать нет смысла. Ну, хотя, конечно, смысл есть. Капец, нафига я эту войну начинал? Я бы уже заканчивал колонизацию еще одной провки. Возможно, вот так он сейчас согласится за счет осажденных пров. И когда ты ему осаждаешь все провы, включая там столицу, то он тоже может идти на уступки. Давай смотрим. Угу. Ну так, пока ты вот это не осадишь, он не согласится. Денег много он тоже, конечно, не даст, хотя не. Вот эти деньги дает. Репы. А ну если так. Унижение. Сколько это нам даст? 30 DPS. Ну 30 это мало. 50 надо хотя бы. Что лучше давай. Репарации. Это отдать Чикасу. Да, не захочет, да и не надо. Так, ты иди тут отбивай. Ну и все. Сейчас с этим замиримся. Хотя тут желательно, конечно, подойти и разбить его сразу.
сейчас будет, блин, прикол, если он возьмет пробку. И такая, возможно. Не-не, давайте напрямик. Вот так, теперь можно мириться. Да, денег не густо. Просто жесть. Просто жесть. За одну пробку на 5 развития. Гребаные пассатижи. Так, это убираем. Да, надо было все-таки дождаться вот этих ребят еще. Была склонность. И их звать. Ну это, блин, просто. Сказать, что я не рад, то, что я начал эту войну, это просто ничего не сказать. Так, колонии. Я, блин, даже уже не знаю, колонить или нет. Капец. Так, надо нам колонить вот в эту сторону. Вот это так, ну вот здесь тоже такой неплохой региончик по пятерочке. Ну, я, наверное, пойду вдоль берега. Тут единственное то, что надо. Тидыщ. Но рекрута все равно нету, так что содержание в ноль. Ой, а что будет, когда европейцы приедут? Ну, там, блин, я не знаю, что там будет. Тут надеяться на силы духов, что они нам помогут, разве что. Ну тут, конечно, тоже сказывалось технологическое отставание. Первые тихи они ведь дают много вот всяких вот таких вот плюшек. Например, вот мощь натиска пехоты у них там было. У них на 7-м тактика и на 6-м плюс 0,5 тактики у них было больше, чем у меня. Кавалерию там они еще что-то там нанимали где-то. Ну, боевой дух нет, конечно, этого тоже не было. Бляха, все равно. Сколько там займов? 5 на 50. 250 монет где-то надо взять. Ну, хотя бы хорошо, что застроил достаточно. Ну, так неплохо. Прибыль, как видите, есть хорошая. Ну, блин, то, что ирокез так подосрал, конечно, под конец. Это несправедливо было. Все-таки вот сюда надо будет поставить колонию и выйти на... В смысле, он с нами в федерации? Ну ты... Европейцы, где вы? Я хочу уже реформироваться, получить институты и так далее. Я тут немного развивал, конечно, пробки, но тут капает так мало, а развитие такое дорогое. Столица, блин, в горах. Вот. А тут он даже не в горах. Вот. 88. Хотя тут штраф есть. Вот тут 68. Блин, это дорого.
С одной стороны, хочешь, а европейцы, чтобы приехали, потому что привезут тебе, ну, можно будет поменять религию, там, протестантом, например, стать. Желательно, конечно, быть той религией, какой возле тебя европеец будет. Тут, например, Британия или Норвегия может появиться. Но Норвегия, она поздно появляется. О, я лидер федерации. Шауни. Пошел нахуй. Ты против нас воевал, мудила. Пошел ты в одно место. Пал. Знай свое место. Но с престижем мы получили за сражение достаточно неплохо. Так, сколько нам там надо? 11 тысяч, тысячу с чем-то. Не, выплачивать займы пока что. Коррупция падает. Хороший вождь, очень хороший. Сразу дали коррупция. Так, меня уже вызывают. Как вы, я думаю, слышите по музыке. Так что на этом будем прощаться в этой серии. Встретимся в следующей, где я опять-таки, наверное, буду проматывать. Ну, короче говоря, поживем, увидим. Вот. Так что всем пока, всем всего хорошего, до новых встреч.